Встречайте, Методия Бужор и Анастасия Волочкова. Когда-то россияне Ваню Шитани мани, танцуя на гуляне, открыли новый стиль. Почти балеты и сапожки под русские гармошки, под берестую лошадь прославили ткани. Теперь почти забытая гитарами, забитая, но все же непокорная. Жива кадриль задорная. Дай-дай-дай. Летки, любили новый стиль. Почти балеты и сапожки под русские гармошки, под берестую ложь и прославили кадриль. Теперь кадриль забитая, и горами забитая, но все же непокорная. Жива кадриль задорная. Кадриль забыть не можем, улыбка в ней стать. Окончена работа, теперь пришла суббота, а мне с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, любимая, но вечная, обычная, колхозная, свежая и серьезная. Я несколько раз